Всех с добрым утром. На часах 6 часов я предлагаю вам поехать со мной покопать в одно, как мне кажется, интересное место. Это край деревни, там уже никто не живет. Там есть огороды, есть заброшенные дома, есть речка, луг. Так что находочки должны быть. Ну, я на это надеюсь. Почему так рано выехал? Да потому что под обед обещал знакомый подзвонить по поводу одного поля. На нем должны скрыть влагу. Срывать влагу – это когда после зимы трактором срывают корку верхнюю. Бывают, выскакивают какие-то интересные находочки, все-таки землю же шевелят. На том поле попадались находки в разы старше, чем царизм, так что, может, нам сегодня повезет. Будем на это надеяться. Еще вам, друзья, хотел посоветовать канал моего друга и очень хорошего человека Сереги. Он копает в Канаде. Таких находок, как у него, вы не увидите больше нигде. Таких монеток вы еще не видели, вы узнаете не только какие они с виду, а как они называются, это интересно. Есть монетки с бобрами, с оленями, тоже есть серебро, есть цари. И просто интересно посмотреть, как люди там живут. Не так, как нам показывают в телевизоре, а вот именно просто, как снимает человек. Какие там машины, дороги, дома. Просто интересно. Зайдите, посмотрите, не пожалеете. Ссылочку брошу вот сюда. Еще прохладно с утра, но день обещали теплый, так что посмотрим. Много говорить не буду. Все, поехали. Солнышко только встает. Почти доехали, остановился на дороге. Вон только поднимается. Поехали дальше. Первый сигнальчик у меня. Разрыл ямочку. Почему-то большую. И вот у нас шестеренка. О, личинка хруща. Шестеренка большая с каких-то часов. Ну, есть такая примета. Первый сигнал или первая находка должна быть шмурдяк. Тогда будет коп удачным. Вот и проверим эту, так сказать, копорскую мудрость. Данную находочку, да, заберем, цвет мед. Как сегодня хорошо. Ветер не сильный, птички поют. Ляпота. Так, был сигнальчик. Сигнальчик правильный, но верховой. Если честно, про монетку и не думал. Земля какая-то белая. Может, какая-то химия. Не знаю. Вот у нас загадочный сигнал. Думал, может, пробка большая, крышка. Это у нас чего? Это у нас какая-то хуторщина. Красивая штука была. Ай, момент. Вот место, где лежала оттиск. Вот такая вот штучка. Может, был какой-нибудь канделябр. А может, не знаю, какая-то накладочка. Ну, красиво. В основном такие штуки попадаются на домиках. Значит, где-то был домик. Поищем. Вот идет тропинка. Вот так вот. Тропинка к светлому будущему. Во, почти в камыш забрался. Был красивенный сигнал. 38-40. Так. Стукнул комком земли. И вот она вывалилась. Ну, скажу честно, было похоже на серебро, но сейчас проверим. Черная. Монетка, ты кто? Оп. Не. Не серебро. По всей видимости, копеечка. Да. Копеечка 1897 года. Сильно не тер, какие-то они здесь все такие черные.
Но вот такая вот черная кака, как показывает практика, хорошо отходит. Так что монетка может быть даже в очень неплохом сохранчике. Карман. Закапывал ямку, и вот нашел такой вот осколочек какой-то посуды или кувшина. Так что однозначно здесь был где-то домик. Может, конечно, при союзе его разровняли, но он был. Так что надо здесь покружить, как в песне будет. Кружим, кружим по району, там-тарам-там. Продолжим. Иду дальше по тропинке. Нашел 4 пробки и был такой же сигнал. 38-40. И вот, смотрите. Вот она. Нас дождалась. Сейчас мы узнаем, что это. Но я думаю, что копеечка. Да. Походу она. Ай, момент. Одна копеечка 1879-го. Это более в хорошем состоянии, более живая. Тут я уверен, что если почистить, сохранчик будет даже очень неплохой. Но две царские монетки — это уже удача. Так что можно сказать, коп начался неплохо. Покружим. О, я чего-то нашел интересного. Вот забрался на такой холм на уровне с камышом. Здесь вот какая-то такая борозда. Борозна идет. Не об этом. Сигнал был правильный, красивый. Глубокий. 3 показывала терка. И вот смотрите. Вот смотрите, какой гурт. О, класс. Сердце стучит. Может, это полтина? Через камеру плохо видно, но так вижу глазами, что это монета и, наверное, серебро. Класс! Какая огромная! Монетка, ты кто? Чё? Ты ж... Да твою... Как так-то? Вот и за что? За что мне такое счастье? Ах ты твою дивизию! Как можно было поиздеваться с такой монеты? И зачем? Твою налево. Да. Это у меня такое впервые. Такая монетка, даже не знаю, что это. Но точно могу сказать, что это не русских царей. Может быть, поляк. Не знаю. Какие-то надписи. Магьяр. Как же это и зачем? О, вижу, 1929 год. А я знаю, наверное, зачем. Это кольцо кто-то хотел сделать. А если кольцо, значит, делали намного позже уже. То есть данная монетка не была в обиходе. Значит, делали при союзе. Варвары! Ну что, будет влом серебра. А может быть, когда-то колечко сделаю. Сниму видео. Надо еще научиться. Так, обязательно найду, что это. Сброшу видео. А так будет. А так будет. Обидно, досадно, но ладно. Что же тут поделаешь? Продолжим. Не знаю, хожу уже с полчаса. Какой-то такой осадок неприятный после драной серебряной монетки. Как-то вроде и находка. Вроде бы я почему-то расстроился. Не знаю. Ну, находки мы не выбираем.
Ищем. Ха, вот тебе и нежданчик. Вот тебе и находка дня. Вот, смотрите, ямка. Это где-то на руку. Дольше искал. Думал, уже какой-то мусор где-то. А вот она. Вот она. Какая манипухенькая. Кроха. Видите? Это, конечно, неожиданно. Приятная находочка. Всегда приятно такие монетки находить. Серебро вообще в радость. Ну а чешуйка это. Это наравне с динарием. Классное ощущение. Иди сюда. Сейчас протру и посмотрим. Вот такая у нас чешуйка. Пол монетки гладкой. Не попало по ней штампом, а пол монетки такой, как надо. Вот здесь надписи. Но чешуя она и в Африке чешуя. Зачет. Класснённая находочка. В карман и продолжим. Да, чешуйка настроение подняла однозначно. А то как-то все было уныло, хотя погодка прекрасная. Вот смотри, какой был интересный сигнал. Копал не очень аккуратно, потому что проверил прибором билкоконсервная банка. И вот смотрите, какая штука. Чуток зацепил лопатой, говорю же, копал неаккуратно, но с закруткой. Сейчас подровняю эту штуку. Чуток вытру и посмотрим. На значке надпись ВЛКСМ. Да, зацепил я его и неплохо. Но, повторюсь, сигнал был сверху, и как консервная банка такой сильный. И какие-то надписи видно и здесь. Что за штука, не пойму. Я думал, что такие значки носили на одежде. Но такая чепуха не могла быть на одежде. То ли ракета летит, вот это вот. Это чего? Это, наверное, огонь. Факел, огонь и ракета. Фу, улетает в светлое будущее, точно. Такая вот абстракция. Находочка, забираем. Во, в кусты забрался. Вот смотрите. Вот смотрите. Выпала находочка. Вот она. Это какая-то пряжка. Вот такая вот. Такие раньше находил уже. Секундочку. Вот такая пряжечка. По периоду не скажу, потому что я раньше такие находил на скифах, но здесь их явно не было. Так что теперь даже затрудняюсь сказать, что по периоду, но старина это точно. Забираем. А я все кружу возле этого домика. Смотрите, какой у нас признак весны. Красиво. А ну, фокус, приди. Был верховой у нас сигнал. И вот смотрите, какая штука. Я их уже нашел руками, но еще не смотрел. Это у нас, конечно же, не 5 рублей Николая. Это у нас, по всей видимости, две монетки по 2 копейки ранних советов. И, конечно же, обе будут 27-го года. Почему 27-го? Потому что стоит кучу денег. Так, какую? Левую, правую, первую. Давайте вот эту. Левую. Так. Походу, сохран неплохой. И 37-й.
Это так, ирония, да? Не 27-й, а 37-й. А эта сторона... Да, эта сторона даже очень. Заберем. Такой экземпляр пойдет в коллекцию. Красивые они. Недаром золото партии. Когда их много, высыпешь на ковер и радуешься, как Скрудж Макдак. Так. А это у нас... Иди сюда. С этой стороны у нас довольно неплохая. Хорошая здесь земля. А тут у нас чего? Год какой? Не вижу. Ух ты, 45-й. Год Великой Победы. У меня была трешка 45-го. Стоила денег. Может и 2 копеечки чего-то стоит. Больше, чем рубкучка. Погуглим, узнаем. Если чего-то стоит, видео напишу обязательно. Вот такие вот 2 находочки в одной ямке. Какая огромная яма. Не знаю, что здесь было. Смотрите, какие уже деревья выросли. Если сюда свалиться, можно пару ребер не досчитать. Вот так вот. Подустал чего-то. Вот там у меня был сигнальчик. Сигнал был такой, как я говорю, подозрительный, потому что вот видите, была такая железяка. Заберу. Мне еще не хватает 5 килограмм до ровного веса. А находочка, вон она, скатилась. И что самое интересное, было почти рядом с железкой. Но это, по всей видимости, пуговица. Может, какой-то номерок есть. Ушка, будь на месте, ушка. Ага, ушка есть. И теперь только не... Ага, рожа не лопнет. Хватило только ушка. Гладкая. Просто как пуп. Гладенькая пуговка. Но с ушком. Находочка. Забираем. Вот нашел такие дверьки. Металлом заберу. Все, уезжаю я отсюда. Позвонил знакомый. На одном интересующем меня поле вскрывают влагу. Поедем туда, попробуем там поискать. Находочки там были. Может, нам сегодня повезет. Все, переехал. Вот там трактор ходит. Немного он, конечно, сделал. Но мне хватит. Тем более он тут будет... разворачивается, еще раз захватит. Я не думаю, что кто-то приедет меня отсюда прогонять. А если приедет, пускай попробует. Вы же мою рожу видели. Я сам кого хочешь прогоню. А еще если сделать страшную гримасу и издать душераздирающий рык, например, такой, то точно все поле мое. Приступим. Не знаю, сколько проходил. Долго, уже почти дошел до края. Так, вот из такой вот ямочки такой вот класненный сигнальчик. Думал, что монетка. Медная точно. Здесь мусора не очень много. Так что сейчас мы посмотрим, чего это у нас. Так. Это у нас 2 копеечки. Та, что царица полей. ЕМ. Состояние даже очень хорошее для такой монетки.
Тираж был там что-то больше 20 миллионов. Они в основном затертые, а тут во, какой живой орел. 1817 год, НМ. Красивая монетка, зеленая. Так что мы ее очень мучать не будем дома, просто помоем. Зачет. Как-то не густо с находочками. Был оптимистический сигнальчик, и вот. Но это не монетка, хотя было очень похоже. Это какая-то штучка. Давайте посмотрим. И чего? И не знаю. Just moment. Я не знаю, что это. Такое вот колечко. Здесь вот так вот. Зачем, почему, где применялось, не знаю. Если кто знает, подскажите. Хотя я в это мало верю, что кто-то чего-то скажет. Надо искать самому. Вот такая штука. Еще чуток здесь покружим. Если ничего не будет, будем ехать домой. Сигналов мало, сигнал был ни о чем. Показывала терка сантиметров 10, ногой сбил сантиметров 5, сигнал стал лучше, но все же ни о чем. И вот она находочка, класс, класс, класс. Сейчас покажу. Ха-ха-ха. Дуракам везет. Вот смотрите, даже кусочек земли сухой, как-то в комочке был. Вы поняли, что это? Это находочка дня после чешуи. Тарам-там-там. Ха-ха. Наконечник. Наконечник. Класс. Трехгранный. Вот тебе и повезло. Повторюсь, сигнал был ни о чем. Просто когда убрал ногой шар земли, стал лучше. А так бы прошел, если было много сигналов. Минутку. Вот так, походу, кончик одной грани чуток сломан. Но это совсем ничего. Так как это совсем чуток. И такая вот зачетная находка. Класс. Забираем и кружим над этим местом. Был у меня сигнальчик, не то чтобы какой, а вообще еле-еле он был. Еле-еле что-то там прибор издавал. И вот смотрите, искал долго, минут 5. Подумал, плохо, что нет пина, но его себе позволить я не могу. И вот такая вот звезда. Смотрите, какая маленькая. Ничего она тут делает, из чего она, я не знаю. Но находочка. В карман. По два колеса. Крутяк. Во монстр. Ну что, друзья, трактор продолжает работать. Я буду ехать уже домой, так как работы еще много, день хороший. Надо поделать все, что напланировал на полдня. А то не попадет мне блинчиков с мясом. А мясо я люблю. Так что спасибо, что смотрели. Ставьте лайки. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Следите за новостями, ждите новых видео. Пока-пока. Итак, находочки за сегодняшний коп. Решил снять дома, чтобы чуток их помыть. Вот такая вот шестеренка. Непонятно с чего. Вот такая вот штука с разрезом. Если знаете, подскажите.
2 копеечки Александра, пуговка гладкая, монетка вот такая с дырочкой, то ли поляк, то ли я не знаю, вроде и находка как-то расстроила. Это, наверное, заклепка, пряга, обломок какой-то. Вот такая вот ракета с факелом и значком ВЛКСМ. С этой стороны есть даже закрутка. Закрутка даже будет, может, чего-то стоить. Написано на ней Московского монетного двора. Вот такая звездочка, не знаю с чего. Копеечка 79-го и копеечка 93-го. Вот такие вот две монетки по 2 копейки. Состояние хорошее, 37-й и 45-й. Думаю, 45-й будет чего-то стоить. Вот такая вот чешуя. Красивая какая. Правда, по ней не попал полностью штамп, но все же это чешуя. И вот такой вот наконечник. Красавец. Я не знаю, как насчет обломанного края, так как он, я думал, просто сломан, он аккуратный такой. Может, уже при жизни его загладили, а может и нет, может, так должно быть, я не знаю. Но красивый, даже я бы сказал, острый. Зачетная находочка. Так что коп удался. Подписывайтесь, не пропустите новые видео. Пока.